Всех приветствую на своем канале, и это обещанный влог с моего 1 сентября, 7 класс. Чтобы не отстать от видео, сразу перейдем к делу. Встала я в 8:40, полежала 20 минут и только в 9:00 встала. Как типа немножечко проснуться до конца. Я позавтракала яичницей с помидорками и выпила витамин С. Очень долго надеялась, то, что погода будет хорошая, но нет, она очень холодная, холодно, вообще капец, ветер сильный. Поэтому я не знаю, что делать. Вот, я еще не умывалась, вот так вот я выгляжу. В принципе, нормально. Поэтому сейчас иду умываться. Тут, в принципе, ничего такого интересного, я просто делаю утренние процедуры. После этого, как я уже рассказывала, у меня резко выскочили прыщи, поэтому я сейчас лечу. Если что, это не реклама, я вот таким вот сначала мою зону прыщей гелем с водой. Его много не надо, просто нужно перед уходом за вашим лицом его хорошенько промыть. После этого я уже начинаю его наносить на свое лицо, мыть и в итоге аккуратно вытирать полотенцем. И уже только после этого вы можете носить какой-то крем от прыщей, мазь и так далее. Опять же повторюсь, то, что это будет не реклама, я просто вам советую реально очень хороший бальзам, мазь такую. Он называется Skin Clear, продается в любых аптеках и реально очень помогает, он просто сушит ваши прыщи, и в итоге они реально лечатся. Носить надо после того, как ты умылся, и вечером. Далее я расчесалась. И чтобы не терять время, решила сразу сделать себе такой макияж легкий на 1 сентября, который можно даже делать и в будние дни. Поэтому я села за компьютер и решила поискать в интернете, что будет такого там. Если что, я просто зашла в Яндекс, написала макияж в школу 7 класс, и мне выпали разные варианты, но там более были какие-то взрослые на вечеринку, как типа они в школу, какие-то нюдовые. Поэтому я в итоге выбрала вторую картинку, вот там он был красивый реально и очень прикольный. В итоге я выбрала вот такой вот... Ой. В итоге я выбрала вот такой вот макияж, я считаю, я его в принципе смогу повторить. Снова коллекцию еще плюс Beauty Bomb осенний. А губки, конечно, я не буду прям такие делать, но вот постараюсь насчет глаз прям точь-в-точь делать. Хайлайтер, контуринг, все это попробую добавить. Румянца тут, видимо, нет. Веснушки присутствуют. У меня они тоже есть. Если что, веснушки у меня не от природы. Я их нарисовала хной, потому что хочется чего-то нового. И не обращайте внимания, почему у меня такое лицо немного беленькое, какие-то пятна. Это крем, который намазал от прыщей. Его нужно наносить утром и вечером. У меня для этого макияжа есть самое основное, это, естественно, тени нюдовые, вот такие вот, из новой коллекции, опять же, повторюсь. И кисточки, просто тут их половину нету. Чтобы сегодня торопиться, я также еще с вчерашнего дня подготовила свой лук на 1 сентября, потому что я лично вообще не люблю... Не умею торопиться, потому что меня это настолько выбешивает, что я иногда реально что-то забываю. Поэтому я с вчерашнего дня сразу приготовила, что, например, если останется время, я, например, просто полежу, подожду, пока настанет время, потому что в 11:40 мы встречаемся с моей подругой на одном месте и уже идем в школу. Линейка у нас 12:00, но уже в 11:50 мы должны быть там. Как я уже говорила, на улице супер холодно. Резко потепление недавно было, а сейчас резко... Просто он... Я беру зеркальце, фоточку, косметику и приступаем к нашему макияжу. Вот вам легкий нюдовый макияж в повседневный день школы или же на 1 сентября. Для начала я нанесла консилер обычный от Beauty Bomb и все растушевала. Потом я взяла контуринг, тоже, кстати, от Beauty Bomb, и нанесла только на нос. По бокам нанесла еще плюсом консилер и все это растушевала. Контуринг я наношу только на нос, потому что на скулу мне это не надобно. Я уже начинаю готовиться, то есть одеваться, поэтому я покажу, что я одену. Такой вот кардиганчик, который я купила.
он очень тепленький, а на улице очень холодно, поэтому он как раз. Потом дали обычный черный галстук и белая рубашечка. Ребята, вот и я. Вы не представляете, как я сейчас очень рада, у меня, наверное, даже сейчас слезы пойдут. Я такая красивая. Короче, рюкзак мы сегодня будем учебники получать, я взяла. На самом деле у меня будет совсем другой рюкзак просто, он мне еще не пришел, я его заказала. Цветы. Цветы сейчас мама вынесет, просто мы сейчас еще зайдем к нашей учительнице, которая была в начальной школе, да, она моя прям самая любимая. Вот, также сейчас подругу встретим. Также помимо макияжа я еще намазала блеском очень красивым и надела совсем другие сережки и маникюрчик. Да вообще, я крошиха, ребят. Такие небольшие носочки. И вообще, я супер. А вот и цветочки нашей классной руководительницы. А для учителя начальной школы совсем другие. Если честно, снимаю в первый раз такой влог, поэтому надеюсь, он вам понравится. На экране вы видите, как я уже иду к школе. Погода мрачненькая такая вот. Как будто дождь начнется, но на самом деле нет. А вот, ребята, вторые цветы, которые я подарю своему классному руководителю по начальной школе. Ждем под... Вот моя ЛПшка, и у нас оказались одинаковые коробочки цветов. Тут мы уже сидим в классе, нам рассказывают про безопасность, все такое. Учебники мы уже засунули в рюкзаки, поэтому просто слушаем. Далее мы надели рюкзаки и пошли домой. Сейчас иду домой с пакетом, рюкзаком полным, потому что у нас добавилось еще 4 предмета. Заканчивается. Встретимся, наверное, тоже скоро, потому что будем собирать пенал и рюкзак. Всем пока!